находимся прямо вот примерно где этот крестик. Угу. Так? И пошла дорога, угу. Вот эта дорога, вот она, вот здесь у нас. Подъездные дороги готовят в районе бухты Лазурной. Теперь многодетные семьи, владельцы уже более 400 земельных участков, смогут приступить к строительству индивидуальных домов. Почти 2000 семей получили от администрации города участки в пригороде Владивостока, в поселках, в дачных районах и даже в лесу. К последним подвести инфраструктуру сложнее и важнее всего. Выход нашли, расчистить 6 километров лесополосы. Вырубка деревьев уже началась, а значит, новых асфальтированных дорог ждать осталось недолго. На данный момент у нас выполнено где-то 20% вырубки. У нас, конечно, есть определенные вопросы сейчас по переезду труб водоканала, которые вот там магистральные. А так мы сейчас идет выпил 6 тысяч деревьев. Это в основном дуб. Подготовка дороги для многодетных семей. Но вмешательство в природные процессы, как правило, вызывает сомнения. Асфальтированные дороги – это хорошо, но не страдает ли местная флора и фауна? Это вон для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки. Почему это? Почему это, бестолковый? На них сидеть можно. А что будут птицы делать, зайцы? Ты о них-то подумал? Представители строительной компании заверяют, вырубка ведется не в промышленных масштабах, без специальной техники, а значит, вред для леса минимальный. Две бригады и только ручные бензопилы. На некоторых участках срезают только кроны, макушки. Сами же деревья оставляют в целости. На сегодняшний день дороги построены по улице Курильской и в районе садоводческого товарищества «Лиман». Готовится и ремонт уже существующих проездов к земельным участкам для многодетных семей в районах улиц Коралловая, Центральная, Суворовская и других. Ольга Прода, новости на Восьмом.